двигатель, который установлен на этом аппарате, он, в принципе, для таких низких температур не рассчитан. Вот, поэтому его придется каким-то образом адаптировать. Но я думаю, что это выполнимая задача. По крайней мере, вот первые наши пробы показали, что машина будет работать здесь. Так что я думаю, что ему здесь понравится. Эта машина часто позволяет координировать действия спасательных служб, облегчая их работу.